Знакомьтесь, брат с сестрой, Коржик и Карамелька. Весной их нашли в мусоре, тогда они были совсем крошечными котятами, и их чудом спасли. Месяц жили на карантине, у Коржика и Карамельки обнаружили коронавирус. Сейчас они здоровы, привиты, стерилизованы, приучены к лотку. Коржик с Карамелькой похожи как две капли воды. Белая мордочка, лапы и рыжая до самого хвоста спинка, но характеры у них абсолютно разные. Карамелька нежная, добрая и очень аккуратная кошечка. Любит ласку и нежность, ей нравится сидеть на руках, ластиться. Коржик, наоборот, очень самостоятельный кот, с неиссякаемой энергией. Любит, когда с ним играют, уделяют ему внимание. Настоящий защитник для Карамельки. Они отлично ужились вместе. Карамелька всегда следует за братом, Коржик ее защищает. Эти двое не хотели бы разлучаться, но будут рады, если хоть кто-то из них найдет дом. Коржик и Карамелька ждут вас в приюте «Поводок».